Всем привет, народ, с вами снова Мистер Чейзер, вы смотрите мой жестокий канал, и я продолжаю катать в игрушку Need for Speed Underground 2. Ну, как вы поняли, со всякими там модами, наворотами, ну и так далее. То, что сейчас мода в 2018 году, как это модно проходить в старые игры. Так, я немножко сбавил эту сложность, ну, думаю, вы меня поймете, потому что... как бы так правильно, давайте, да, в менюшке посидим, я... Вот буквально минутку уделю этому моменту внимания своего, потому что я когда первый раз проходил Underground 2, я проходил его на среднем уровне сложности, и как бы у меня были единственные проблемы, это где, так это в драг рейсинге, ну то есть, сейчас у нас последняя миссия, так сказать, из таких вот стартовых гонок, это драг рейсинг, и у меня всегда были с ними проблемы, вы уж меня извините за мою криворукость, может быть, может я что-то не понимаю, но на высокой сложности я не могу пройти эту гонку с драг рейсингом. На среднем уровне сложности, возможно, у меня получится. Но иногда, когда я играл на среднем, я, помнится, сбрасывал сложность до легкого даже. Но это там уже ближе к концу игры, потому что там реально так жопу поджигало. Потому что бывали моменты, когда ну ты вот, ну вообще вот никак. Вот все делаешь безупречно, да? Пишется безупречно везде, но тебя все равно обгоняют. Всем насрать на тебя. Как бы ты безупречно передачу не скинул. Сейчас, правда, я протупил, да, есть такие... такой момент. Типа, как бы я безупречно там передачу не переключал, я помню, всегда меня обгоняли, всегда обходили. Я не знаю, как у них это получается, но... бывают проблемы. То есть вот ты, даже если всегда передачу безупречно переключаешь, даже на среднем уровне сложности, я помню, у меня были беды. И вот надо как-то вот так вот бороться с оппонентом. Надо как-то не давать ему обойти тебя. И только тогда у тебя есть шанс победить. Ну вот как сейчас. И видите, даже на среднем уровне сложности они меня могли обойти. Охренеть. Причем ребята говорят о таких же тачках, как и я. Ну, плюс-минус там. Та же вот Королла 106-я. Пежо. И денег дают вообще бесприступно мало. Вокруг тебя нынче много шума. Парочка контор за тебя подралась. Теперь готовься вступить в профессиональную лигу. Знаешь такую? Ни пробок, ни копов. Реальные гонки по частной трассе. Раз уж мы сработались, бери меня агентом. Я буду тебя направлять, а ты со мной поделишься. Опа, старый город. Эй, только что мне сообщили, что открылась дорога на старый город. Там точно должны замутить какую-нибудь гонку. Езжай, посмотри, что там намечается. Обязательно, только я сейчас сначала это сложность верну назад. Вы же, как понимаете, в гонках противники легкие. Но как только все идет к каким-то другим видам гонок, то все. Так, старый город это вот эта вот часть, да? Это у нас получится новый город, это заводы какие-то, это загородная местность. Правильно, центр города, старый город. Да, все верно. Ну что, погнали на обычные команд-гонки. Нам нужны бабки. О, кстати, восстановились эти точки с деньгами. Ну, я не знаю, это не деньги, да. Очки, счет. По 50 нам дают за это дело. Восстановилось все дело. Туннель на старый город только что расчистили. Гони да туда. Ты что? Окей. Так, я думаю, сейчас, наверное, одну гонку пройду. Как раз таки 1000 у нас бабок будет. И надо будет ставить уже нитро ускорение себе, потому что я что-то без нитро себя чувствую, знаете, как без колес будто езжу. Странное ощущение, но надо уже нитро брать. Так, тут у нас как раз таки спринт. Поехали, спринт я люблю. Приехал первым, значит приехал первым. Приехал последним, значит лох. Все просто, спринт гонка. Погнали. О да, так это высокий уровень сложности опять же. Опять. То есть я никого не обманываю. А, тут сейчас уже не посмотреть. Ну, высокий. Я ж только что при вас менял сложность. То есть, понимаете, в драг-рейсинге они тебя просто, не знаю, во все щели твоего автомобиля долбят. В спринтах, в кольцевых гонках, в... ну, в дрифтах тоже тебе, конечно, дают по голове, но не так сильно. Как бы я не знаю, почему. Тут какие-то проблемы со сложностью в игре. Может быть, какой-то надо было мод поискать с фиксом сложности, чтобы, ну, как бы, если ставишь высокий, то сложно везде. Но не непреодолимо. Ну ладно, посмотрим. Машину, в принципе, мы немножко качнули. Ласточка наша уже летает, пульт здоров.
Сейчас вот эту гонку пройдем, поставим ей нитро-ускорение. Пора уже быть как человек с нитро-ускорением в этой игре. А то что-то как лох, гоняешь без нитро. И надо будет как-то, не знаю, может быть, визуально уже модифицировать машину. А не, смотри, догоняют. Удивительно, да? Если честно, я не привык видеть противников так близко к себе. Обычно они где-то за границей мини-карты вообще находятся. Черт знает где. Ох, ё! Тут это опасно перестроился. Даже поворотник не включил. У меня, конечно, я такой человек, у которого ни прав нет, ни который на машинах на настоящих гонять не умеет. Но даже я знаю, что поворотник надо включить, когда ты перестраиваешься. Это мы тут как бы нелегальные гонщики, нам насрать. На правила мы тут... Тут даже полиции в игре нет. Абсолютно насрать. А вот вы, гражданские, алло, вы-то что делаете? Вы-то какого хрена перестройте с линии на линию или даже при поворотах, да, на какую-то там ветку автомагистрали? Почему вы не включаете поворотник? Сумасшедшие. Ладно. Спишем это все на отсутствие полиции и безнаказанность в этом городе, да? Так, вот сейчас будут очень жестокие повороты. Надо как-то с этим что-то сделать. Скорость будем сбрасывать, будь здоров, лишь бы нормально вписываться в повороты. Ну, ладно, это не очень нормально было. Конечно, жесткая трасса. То есть сначала так хорошо было, да, летели как сумасшедшие. А сейчас вот такие вот змейки пошли. Шпильки так называемые. В этом, в раллийных гонках есть такое понятие, как шпилька. Спасибо, Коля Макрай Ралли, научили меня всяким названием раллийных гонок. Так. Последняя пара поворотов. Почти приехали. Да, поворот жесткий. Его никак не сгладить. Так, смотри, эти лошары меня догоняют. Я не знаю как. Но у них это почти получилось. Но тут уже финиш, ребята. Надо было раньше меня догонять. Намного раньше. А сейчас уже очень и очень поздно для вас. Все три на короллах гоняли. Красавцы. О, так репутацию еще дают. Спонсор, кстати. Целая толпа, два спонсора. Дрифт или кольцо? Я, наверное, возьму спонсора на кольцевые гонки. Так, что у нас тут? Гонщик должен выиграть 3 гонки профессиональной лиги по выбору спонсора и 9 гонок по своему выбору. Так, то есть мы 3 гонки обязательно должны взять, это 3 кольцевые. Далее, должны мы напечатать нашу фотографию машины на обложке DVD. И сможем взять бесплатно машину из автосалона. Кстати, надо будет это воспользоваться. Это то же самое, да? Да. Нам надо будет новую тачку брать. Это, конечно... Так, Street Glow, давай. Ребята, я с вами. Мне нравятся ваши идеи. Чувак, есть дело. Спонсору надо, чтобы ты мелькнул вот тут, тут и тут. Где крестики на карте? Поехали? Порадуем папочку. Порадуем папочку? Какого папочку? Можно уточнить? Так, вот, 3 гонки от спонсоров, да? Так, это дрифтинг, профлига, давайте-ка мы, может, Street X, кстати, есть, давайте-ка мы сгоняем, пару гонок там сделаем, давайте сейчас пока что гонки спонсора выполним немножко позже. А, кстати, да, я же хотел это, блин, стоп, тут у нас как раз-таки, это, рядом есть запчасти, надо будет еще, кстати, магазин пооткрывать, на визуальный там стайлинг и так далее. Да, кстати, а какой... А нахрена покупать машину, если можно будет у спонсора ее выпросить? Логично, да? Так, стоп, а куда это я еду? Я чуть не понял. Алло, GPS, ты что, пьяный? Ребят, у меня печальные новости для моего GPS-навигатора. Он, кажется, выпил немного сегодня. Мне надо было в другую сторону ехать. Он мне показывает, через куда ехать. Алло, GPS. Во, смотри. Немножко рассольчику и протрезвел. Сразу легче ему стало. Это как-то странно было, он мне вообще показал в другую сторону ехать. Ну инвалид этот GPS-навигатор, если честно. Серьезно, вот кто так показывает, если надо ехать вообще в другую сторону. Ай, ладно. Так, сейчас надо нитро-ускорение. Ох, у меня 2400 денег, алло. Откуда столько денег-то? Неужто я какой-то контракт выполнил? Да, скорее всего. Ну не контракт, а... Точку в моей карьере я какой-то достиг. Самое время гордить машину, ребят. Так. Улучшенный комплект движка. Да, обязательно надо делать. Так, стоп, что за фигня?
Ну что-то все зависло, алло. Так, продолжаем. Что-то игра повисла, пришлось мне ее перезапустить. Собственно, снова мы здесь, как видите. Комплект первый, двигатель. Так, давайте теперь дальше смотреть, что у нас есть. Так, тут установлено все, трансмиссия КПП. Так, я хотел нитро, кстати, взять. А то есть реально как лох какой-то без нитро гоняю. Так, веном пойдет. 445 у нас еще есть денежек. На что их потратить? Правильно, ни на что. У нас тут много чего закрыто. Подвесочка у нас уже установлена. Трансмиссия КПП. Вот трансмиссию КПП надо будет поставить. Так. Стоимость 800. Да, надо будет это делать. Надо будет. А так, в принципе, у нас все готово. То есть, все такое самое важное у нас, в принципе, готово. Осталось трансмиссию КПП прокачать. И все. Тачка будет более-менее готова. Так, давайте-ка сгоняем, наверное, на какие-то тут гонки, которые рядом. Вот кольцевую, например, давайте сделаем одну. Почему бы и нет? Так, опять же пес навигатор пьяный. Опять ты пьяный. Дружище, я знаю, как лучше ехать. Я еду прямо максимально. Или он просто знает, как ехать лучше. Ну иногда же пес навигатор, как вы видите, совсем себя ведет неадекватно. Вот, вот сейчас машина уже интересно себя ведет. Так, ничего. Мы сейчас еще это профлигу пройдем. И, возможно, возьмем себе что-то новенькое из автомобилей. Прям реально крутое что-то возьмем. Но я не знаю, что там дальше откроется. Может, ТТшка откроется, Ауди. Фиг знает. Но, если честно, я не особо люблю. Она очень неуправляемая. По прямой топит, будь здоров. А в плане управляемости, ну, такое себе. Ладно, посмотрим, что там из машин будет. Что-нибудь да возьмем. Эту машину тоже надо, кстати, загрейдить. Хотя бы визуально, а то, знаете, мы до сих пор типа на стоковый гоняем. Так, погнали. Peugeot 106, блин. Тут пацаны уже такие классные с неонами, а я как лох езжу на стоковый. Ну, в плане раскраски. Так, давай, жми! Первое нитро. Так, пацаны, вот это совсем не смешно. Вот это совсем не смешно. Вот это вот приколы их начинают. Давай потолкаемся, называется. Так, давай, удачи тебе, братан. Целуюсь я тут с трафиком. Так, у нас два круга. Этого дурачка мы сейчас догоним. Машину-то что, зря прокачивали? Конечно, нет. Еще и под такую музычку. White Face Circles. Блин, я еще даже помню, какие треки сюда пихал. Ну, в принципе, Drum and Bass практически весь я помню. Потому что я их немного запихал. Буквально 4 или где-то 5 треков от силы. Так. Потому что очень сложно найти Royalty Free Drum and Bass. Не знаю почему, но сложно. На том же No Copyright Sounds там такая попса. То есть не Drum and Bass, а попсовый Drum and Bass. Я такой не особо люблю. Пришлось выискивать самый такой, ну, менее кринжовый, так сказать. Эх, а всякую джампуху сюда не запихаешь. Или Dark Step. Или Drum Step, не знаю. Не подойдет. Ладно, а чем это мы? У нас тут гонка. Машина, кстати, хорошо жмет, заметили? То есть прям вообще не жалуюсь. Чувачка, погнали. И осталось, в принципе, еще один круг проехать. Ай, тормози! Тут же поворот жесткий. Так, вот теперь можно втопить. Сколько это вообще нитро позволит? Потому что нитро у нас первое, и, ну, вы понимаете, на что первое нитро способно? Ни на что. Очень ни на что. Оно заканчивается мгновенно, а накапливается очень долго. Надо хотя бы до второго нитро дойти, вот там уже будет весело. Так, вы что, все тут? Ого! Ничего себе, ребята решили прокачаться тоже. Вот это новости. Какие-то Стефани тут с нами гоняют. Женщина, иди на кухню. Или это уже типа не модная шутка? Кто-то там на 20 секунд отстает. О, ну то вообще лох какой-то. Райан какой-то. Я тут со Стефани с Диметриусом гоняю. С феминисткой и с греком каким-то. Нормально. Команда по спасению мира, я бы сказал даже. Так, тут очень жесткий поворот. Опа! Ты смотри, вошел в него даже как надо. Ну, практически как надо. Можно было лучше. Тут на самом деле в игре каждый поворот можно намного лучше пройти, чем я это делаю. И задроты старых НФСов мне это могут даже носом ткнуть на это. Типа, эй, Чейзер, а че так хреново повороты проходишь? Ну, как умею, ребята, так и прохожу. Ай, поздно! Ай, нормально. В принципе, пойдет. Главное скорость сильно не сбрасывать. Все равно победа. Какие проблемы? Победа вместо обеда. Кстати, смотрите, все на королах гоняют. Это я как лох какой-то на 106. Так, у нас 745. Надо еще одну какую-то гонку проехать. Это у нас тут есть рядом Street X, кстати. Вот давайте на Street X поедем. Сделаем Street X. Пойдем поставим себе... Опа, денежка.
Блин, пятерки не хватает, черт. Поставим себе блок управления двигателем или что там? А, трансмиссия КПП. Трансмиссию и КПП себе поставим. И, в принципе, закончим на этом видос. Почему нет? Я, как вы заметили, стараюсь сделать не очень длинное видео, там, ну, по 20 с копейками минут. Так, Street X, а сколько по кругам? Ладно, сейчас узнаем. Тут, кстати, Street X у нас без этого. Без нитро. Так что только что я его ставил. Лучше, на самом деле, да, нитро на потом оставлять, а там в смысле КПП там пораньше ставить. Ну ладно, поехали. Противники, в принципе, никогда здесь сложными не бывают. Хотя, помню, я на среднем уровне сложности в каком-то Street X прям потел. Но здесь что-то вижу, такого не будет. Здесь противники совсем мягкие. Я не знаю, что-то со сложностью в этой игре. То есть я помню, на среднем уровне сложности играл. И в некоторых моментах мне было так тяжко, что я даже на средний сбрасывал. Может, это графические моды как-то повлияли? Или замена музыки? Да не, вряд ли. Странное ощущение. То есть я помню, реально в некоторых моментах прям потел. В Street X гонках, ну, не во всех, но в паре гонок был баланс сломан. И в этом, в драк рейсинге. Ну, в драк рейсинге тут, в принципе, так сохранилось, да. Здесь пот сохранился. А вот Street X что-то не чувствую. Сколько кругов? 4. Ну, это классика для Street X, 4 круга. Так, еще 2, да? Нормально идет. Конечно, я могу лучше, как всегда, да? Надо быть к себе максимально критичным, чтобы совершенствоваться. Я могу лучше, но в данном случае я, в принципе, неплохо иду. Для человека, который вспоминает вообще, как играть в NFS. И до сих пор это делает, если что. То есть я до сих пор, видите, в повороты херово захожу. Вот сейчас, например. Все еще вспоминаю, как в нее, блин, играть. Хотя уже пора бы вспомнить. Самое время. Так, последний круг, надо не протупить. А я люблю на последних кругах тупить. На самом-то деле. Обожаю это делать. А-а-а, тяжко-то как поворачивается, да? Без шин прокачанных. Так, топи. Последний поворот. Ну вот и все, кажется. Это было несложно. Так, погнали качать нашу ласточку. Придите, возьмите то, что так долго искали. Новая капота, продажа всех магазинов кузовных деталей. Во! Туда тоже надо будет заскочить, но попозже. Сначала мы заскочим в магазин деталей. Наш любимый, непревзойденный, отличный, великолепный магазин деталей. Прокачаем это дело. И, в принципе, будем заканчивать. Так вот, коротенькое видео, наверное, выдастся. Ну, на самом деле, просто мне уходить уже надо. А я сижу, видео записываю. Вот так у меня всегда происходит. Мне надо уходить, а я сижу, видосик клипаю. Так, а ну расступись, пацаны. У меня буквально пара минут еще есть. Так, отлично. О, какой-то этот. Гоняет. Гонщик нереальный. Тебе улучшения не нужны, да? Да, вы и так быстро, ребят. Вы сами качаетесь по мановению искусственного интеллекта. Так, что у нас там надо было прокачать? Трансмиссию КПП, да? Да, так и есть. 800 стоит. Вот и наши минус деньги. Зато у нас сейчас максимальные эти апгрейды, сет, какие вообще возможны. То есть второй комплект у нас не скоро откроется. Очень не скоро. И в принципе, да, у нас тут все закрыто. Закись азота тем более открывается позже. Шины вообще закрыты, тормоза, снижение массы. Вот турбо нам прям вообще очень много чего даст. Так, что, может быть все-таки еще одну гонку? Что у нас тут поблизости есть? Дрифтинг, ну блин. Ну блин, давайте спринт еще. Ладно, еще спринт можно проехать. Хорошо, согласен. Уболтали чертяги. Ничего, подождут меня там, да? Всякие начальники и прочее. Так, там, кстати, был совет, ну его нафиг. Я слишком опытный для советов. Поэтому давайте спринт еще пролетим. Блин, машина вообще такая юркая стала. Аж приятно. Так что пролетим спринт. Я там, кстати, потом еще за кадром вспомню. Погоняю по городу, вспомню, где тут какие магазины находятся. То я реально забыл уже. Или карту какую-то скачают. Блин. Со времен, как сказать, выхода этой игры столько всяких карт с секретами здесь появилось, что прям жесть. Так, погнали, дамочки. Стартуем! Давай! Отличный старт, согласен. У меня всегда старт отличный. В
Ну а до третьей скорости до третьей этой передачи дойдем. Третьей скорости. Ладно, когда-то я называл это дело скоростями. Давай, 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 жми. Повороты надо максимально. Блин, зачем ты подпрыгнул? Максимально быстро надо повороты пройти. Смотри, меня пытаются обогнать, нихера себе. Ребят, не надо портить мне завершение видео. Ну серьезно, я не советую этого делать. Ладно, уже испортили. Уже испортили. Какие ДЦПшники тут решили покататься? Видите, тут нелегальные гонки идут. Аккуратно надо быть. Давай, 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 жми. Ну смотри, это кто у нас там такой первый едет? Он как Уэйн. Уэйн. Брюс Уэйн, не бойся. У Брюса Уэйна неплохая машина. Прикиньте, мы сейчас проиграем. Это будет мне интересно даже. Я ж специально даже не знаю, какой-то ревенш устрою. Так, молодой, ну тормози. Блин, нитро вообще нет, ни хрена. Ну первое нитро, что поделать. Так, полгонки мы проехали, а я все еще второй. Что-то мне это не нравится. Ничего, сейчас исправим. А, что, буксуешь? Машина хреновая. На Алиэкспрессе заказывал, небось, да? Всякие тесломобили и прочее. Надо вот нормальную машину покупать, дядя. Копеечку там, или семерку, или малиновую шестерку, я не знаю. Вот эта машина на года работает. Так, нитро мне дай. Оп, спасибо. Ой-ой-ой. Все, просрали. Ребят, мы просрали. Увлекся я. А, ладно, начать сначала. Поехали. Слишком увлекся. А нормально сейчас все будет. Второй раз бывает счастливый. А третий так вообще отличный, да? Не, ну три раза мы точно не будем начинать гонку. Это совсем уже извращение какое-то. Давай, выравнивайся. Так. Да что ж ты подпрыгиваешь тут? Что за жесть? Зачем? Зачем тебе эта машина? Скажи мне. Какой в этом смысл? Если ты прыгаешь, ты теряешь очень много скорости. Так, ладно, поехали. Тут главное хорошо повернуть. Хорошо, а не как я. А, пойдет. Главное скорость не терять в процессе. Капец, тут трасса такая, как будто, я не знаю, пьяный какой-то Васильич ехал, типа, а сейчас я трассу вам нарисую, пацаны, будете по ней гонять, как, не знаю, как головастики по болоту, туда-сюда юркать. Васильич был очень бухой, видимо, когда эту трассу рисовал для нас. Да, блин. Жми. Хотя бы нитро есть немножко. Вот, нифига себе там кузов у чувака, видели? Нашпигованный по максимуму. Он, наверное, все деньги в кузов влил. А это в движок. Только что-то вижу, кузов боту помогает лучше ехать, чем мне движок новый. Так, немножко нитро заработали. Но это все равно не поможет нам. Ну, в принципе, 60% проехали, нормально. Сейчас вот еще немножко нитро заберем. Оп, спасибо. Это нам пригодится. Вот здесь надо, главное, не обмануться, нитро. Немножко сбавить скорость. И, в принципе, лететь дальше. Вот такая змейка опасная. Не побоюсь этого слова. Так, нормально. И теперь главное два поворота сделать. Ни в кого не влететь. В процессе. А я люблю влетать в кого-то. Так, и последний поворот, и в принципе мы готовы заканчивать видео. Давай, 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 жми. Чуть-чуть осталось. Вот, нельзя было так с первого раза проехать, вот скажите мне. Конечно, можно было, я спешил куда-то, торопился. Вот так всегда. Если спешишь, то никуда не успеешь. А если посидишь и подумаешь, как успеть, то всегда успеешь. Блин, прям фон золотых цитат надо, наверное, это делать. Так, можно сняться для обложки и боковые зеркала. О, это клево. Но этим мы будем заниматься уже потом, дамы и господа. Так что на этом все. С вами был Мистер Чейзер. Если вы тут вдруг впервые, вам нравится данное прохождение, обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, оставляйте свои лайки, комментируйте и в группу ВКонтакте по ссылке в описании вступайте, там много всего интересного. А на этом все. С вами был Мистер Чейзер. Всем удачи и всем пока, ребята. Еще увидимся.